проходим через процесс перерождения, подобно рождению человека, когда он проходит родовой канал. И мы движемся к нашему новому существованию, новому бытию, принимая нашу божественность. Каждый из вас, являясь воплощенным духовным существом, призван и способен не только заземлять высокочастотные энергии, но также может творить или останавливать многие процессы, которые проходят по матрице. Каждый из вас способен творить образы своей реальности, быть сотворцом грядущего для себя, для человечества и для всей планеты. Каждый из вас в ответе за то, что он несет в миры, и роль каждого важна, ибо каждый — это проводник света и любви Творца, светоч мироздания. Врата в новую реальность 5D, в которую все мы стремимся перейти, вознестись. Но эта реальность еще не существует в своем построенном и завершенном виде. Она стремительно создается здесь и сейчас силой мысли, энергией сознания. Она создается нами, самими, через осознание того, какой выбор мы делаем, какой мир хотим видеть, какую реальность мы желаем построить для себя и своих потомков. Все начинает строиться с тонкого плана, где задается вектор развития и собираются нужные программы, проработкой которой занимаются высшие силы. Сейчас уже многие воплощенные работники света вполне осознанно работают на ментальном плане, другие только поднимаются и присоединятся позже. Но уже сегодня каждый пробужденный человек может вплести в полотно будущей реальности свой неповторимый узор, свое видение счастливой жизни на планете Земля для всех и для каждого. Сегодня, в ходе этой медитации, вы можете внести свой вклад, послать волны своих мыслеобразов, усилив их вашими позитивными эмоциями, в коллективное сознание человечества и всей планеты. И тем самым сделать для человечества больше, чем вы могли бы сделать за всю свою жизнь, работая над чем-то физически. Это сила, которой вы обладаете. И я предлагаю сейчас, чтобы вы использовали эту вашу силу на благо всех, для вознесения человечества. Помните, что все мы – великие божественные создания с безграничными возможностями и бесконечным потенциалом. Представьте мир своего будущего реальным, осязаемым. Думайте о желаемом масштабно, в объемах всего человечества. Визуализируйте, приближайте свое будущее, притягивайте его своими мыслями, высокими энергиями позитивных эмоций. Действуйте сообща с друзьями. Создайте мощный вихрь в ментальном пространстве. Он закрутит внутри себя энергию для реализации. Чем большее количество людей будут иметь в мыслях новое, светлое будущее, тем скорее приблизится время его наступления.
И помните, все начинается здесь и сейчас. Начните эту медитацию словами: «Я свет, я любовь, я божественное существо, я верю в свою способность сотворять реальность в единстве с Творцом, с высшими силами света, с людьми, с природой планеты Земля. Мир моего будущего